Гамак для собак в машину для перевозки животного. Во время поездки с собакой в автомобиле обычно возникают трудности. Владелец, как и его питомец, чувствуют себя некомфортно. Впрочем, для такого случая есть инновационное изобретение – автогамак для собак. Перед использованием аксессуара стоит ознакомиться с его строением и функциями. Что собой представляет и полезные возможности. Автогамак для перевозки собак – подстилка, прикрепляющаяся к подголовникам сидений спереди и сзади. Подобное изобретение может отличаться по размерам, способам крепления, месторасположением и силой нагрузки. Внешний вид автогамака для перевозки собак. К сведению, автомобильный гамак поможет предотвратить неприятные ситуации, которые могут привести к травмам. Он не даст псу свалиться, ушибиться об окна либо дверцы автомобиля, вылезти из окна, переместиться на другое место. Созданы различные типы крепежей для фиксации аксессуара в автомобиле. Стропы, липучки, карабины, молнии. Обратите внимание, для массивного зверя подойдет крепеж в виде строп, так как карабины не справятся с ним и погнутся. Автогамак для собак в машину обладает водонепроницаемой прочной износостойкой тканью. Это спасет внутреннее пространство транспорта от влажных собачьих лап, слюней, шерсти, когтей и т.д. Обычно проблемно перевозить представителя длинношерстной породы, поскольку он оставляет больше грязи. Гамак внутри наполнен поролоном или другими подобными материалами. Это позволит собаке провести длительную поездку с комфортом. В отдельных экземплярах предусмотрен дополнительный карман, отвечающий за размещение поилки либо кормушки, растяжки для крепления ошейника. Важно! Исходя из предпочтений и финансов, можно приобрести подходящую модель. Одним из известных производителей надежных автомобильных гамаков является компания Томас. Размер машины. Перед покупкой данного изделия нужно в первую очередь обратить внимание на размер автомобиля. Например, нельзя приобретать гамак для автомобиля в кузове универсал, если человек ездит на минивэне. На данный момент производители выпускают несколько моделей, отличающихся по размерам. Для переднего кресла. Для одного кресла сзади. Для двух кресел сзади. С полной защитой заднего кресла. Для багажника. Автогамак в багажник для собак. Первый вариант предназначен для размещения животного на переднем кресле. Изделие, рассчитанное на одно кресло сзади с 30% защитой, поспособствует освобождению пары мест. Гамак для двух задних мест оставит свободным только одно сиденье. Полная защита заднего сиденья позволит питомцу занять все пространство. Автогамак для багажника берут для перевоза крупной собаки, если хозяин не желает разместить ее на сиденье. При этом самому животному будет намного удобнее, но только в том случае, если человек владеет машиной в кузове хэтчбэк, универсал либо внедорожником. Важно! Животное нельзя перевозить в закрытом багажнике, поскольку оно может испытать шоковое состояние. Каких видов бывает это приспособление для перевозки? Гамак для собак в машину можно купить определенного вида. К сведению, эти аксессуары, предназначенные для транспортных средств, могут быть разной ценовой категории. Стандартный. Данная вещь расстилается в салоне автомобиля, зацепляясь за четыре подголовника. В зафиксированном состоянии она станет похожа на люльку. Маленькая либо большая собака сможет лежать и спать на ней. Изготавливают такие гамаки в зависимости от типов авто. Стандартная модель гамаков может быть однослойной либо многослойной. Важно! Нужно выбирать однослойный автогамак для мелких пород собак, а для больших мощных питомцев – многослойный. Обзавестись автомобильным гамаком стандартного типа можно за 1400-3000 рублей. Собака, лежащая на автомобильном гамаке. Трансформер. Гамак-трансформер имеет универсальные способы фиксации. Изделие оснащено застежками. При помощи них можно изменять форму аксессуара и его размер. Его можно разложить на
Все сиденье. 2/3 часть. 1/3 часть. Трансформирующиеся модели обладают боковинами, защищающими двери. Если они не нужны, то их можно легко отстегнуть. Автомобильный аксессуар дополнительно имеет подвесной карман для кормушки. Такая универсальная модель обойдется владельцу транспорта в 4500 рублях. Обратите внимание. Тренд Dodge Double – это универсальный автомобильный гамак-трансформер для перевозки собак, подходящий для большей части машин. С бортами. Автогамак с бортами обычно приобретают для псов, отличающихся особой активностью. Различные бренды выпускают подобные изделия для покрытия 1/3, 2/3 либо полного места, расположенного сзади. Высота бортов достигает уровня стекол. Они достаточно твердые. Функционал бортов. Защита дверей от шерсти, царапин и грязи. Ограждение пассажира на соседнем сидении от очень активного животного. Превращение в коврик, предназначенный для запрыгивания питомца внутрь автомобиля. Борты оснащены вертикальными лямками для надежного крепления. По бокам борта крепятся к гамаку липучками либо молниями. В багажник. Автогамак в багажник для собак в первую очередь нужен для транспортировки крупных особей. С его помощью можно защитить боковые стены, задний бампер, обшивки багажных дверей. У такого изделия предусмотрена мягкая внутренняя прослойка, обеспечивающая комфортные условия питомцу в жестком багажнике на протяжении продолжительной поездки. Цена за этот полезный аксессуар составит 2000-3500 рублей. Звездочка поводок безопасности для собак в машине. Животное можно пристегнуть к заднему сидению поводком. Он оснащен стальным карабином с одной стороны, пристегивающимся к ошейнику либо шлейке питомца, и разъемом с другой стороны. Надежное крепление поможет удержать животное. Не придется беспокоиться, что питомец его оторвет. Поводок безопасности может быть любой понравившейся расцветки. Преимущество приспособления. Удобно пристегивается. Регулирование длины. Прочность. Обратите внимание. Поводок обеспечит дополнительную безопасность на случай дорожно-транспортного происшествия. Можно ли сделать автогамак для перевозки собаки своими руками? Гамак для собак в машину вполне реально изготовить собственными силами с помощью некоторых материалов и оборудования, если они есть в наличии. Это поспособствует экономии денежных средств. Желающие сделать подобное изделие должны иметь непропускающую воду брезентовую либо плащевую ткань. Крепкие лямки. Синтепон в качестве внутреннего материала. Швейную машину. Покрытие можно сделать на одно либо два сидения с боковыми стенками или без них. Перед пошивом автогамака необходимо замерить салон машины сантиметровой лентой. Для пошива нужно знать ширину свободного пространства, интервал между подголовниками, расстояние между передними и задними подголовниками. Пошаговая инструкция изготовления. Начертить выкройку с учетом замеров. В результате выйдет прямоугольник, на котором будут отмечены 4 места для лямок. Округлить уголки и выкроить. Собрать материалы по слоям. Сверху должен быть брезент, внутри синтепон, а последний слой может быть из любой ткани. Простегать квадратами либо ромбами. Хорошо пришить крепкие закрытые лямки либо лямки со специальным регулированием к указанным местам. Тщательно прошить лямки в местах там, где они пересекаются. Уход за автогамаком. За гамаком нужно ухаживать, как и за любой другой вещью. Правильный уход не позволит ему быстро износиться. Рекомендации по уходу. Нельзя мочить гамак для собак водой, температура которой составляет более 30 градусов. Не стоит чистить покрытие намоченной губкой либо жесткой щеткой. Не следует отжимать и сушить изделия в стиральной машине. Запрещено гладить ткань аксессуара утюгом. Нужно полностью раскрыть мокрый гамак до высыхания.
можно чистить аксессуар мылом либо другими безвредными средствами для мытья. К сведению, воздействие высоких температур губительно для автомобильных тканевых изделий. Теперь владелец собаки знает, как создать комфорт для своего любимчика в авто и при этом уберечь салон. Автогамак для перевозки собак в автомобиле – полезная и безопасная вещь. Звездочка, цены в статье указаны на декабрь 2019 год.